Представители светотехнического холдинга «Точка опоры» побывали с визитом на производстве торговой марки «Имлайт». Накануне отгрузки крупной партии архитектурных светильников партнеры лично оценили возможности производства и уровень предлагаемых решений. Понравился подход с точки зрения, как позиционируется с точки зрения качества. То есть это не берется, как было некоторое время назад, очень популярно. Берем дешевое китайское, что-то собираем, дешево продаем, выигрываем тендер, получаем заказ. Да? То есть здесь идет упор все-таки на качество, на надежность работы оборудования. Есть и сервисные отделы, и поддержка послепродажная, и осуществляется помощь и дистанционная по телефону. Есть инженерные отделы и конструкторы, отработки индивидуальных особенностей каждого проекта. Выглядит все довольно компетентно, интересно, хорошо. В «Точке опоры» уверены, что потенциал российского производителя в светотехнической сфере есть. Отечественные бренды демонстрируют солидный рост, в том числе благодаря участию в таких проектах, как строящийся в Перми ТРЦ «Планета», крупнейший в Приволжском федеральном округе торговый объект общей площадью 150 тысяч квадратных метров. За освещение атриумных зон и галерей этого мегамолла будет отвечать комплект светового оборудования торговой марки «Имлайт». Это наш постоянный партнер «Смолтек». Это один из таких для них новых крупных проектов, торговый центр «Планета» в городе Пермь. Для нас он интересен чем? Если до этого мы проектировали и поставляли для них продукцию импортную, то в данном случае это практически 90-95% отечественное производство, в том числе наше. Доля импорта там минимальна. Мы старались подобрать для этого проекта приборы, ну, которые действительно нужны. Повыбирали из производителей, остановились на вашей компании. Эти приборы будут подсвечивать атриумные зоны, то есть вот все зенитные фонари, очень много их в торговом центре, и вот по вечерам весь торговый центр будет сиять с помощью ваших приборов. То есть вот потолки, кровля, остекление, все будет подсвечиваться светом компании «Light». Представители «Точки опоры» провели на производстве полный рабочий день, изучив все этапы от изготовления корпусов светильников до сборки и отгрузки на склад. Для ведущего светотехнического холдинга подобные рабочие визиты – обязательная практика для оценки надежности продукции и поставщика. Прежде всего, это нацеленность компании на качество, на результат. Да, если мы понимаем, что люди нацелены на долгосрочную работу, мы следим за финансовым состоянием компании, за ее обеленностью, максимальной прозрачностью. Это немаловажный фактор. Стараемся, как в данном случае, приехать всегда и изучить производителя, что конкретно делается, в каких условиях, там, чтобы это не было гаражной сборкой, чтобы это было действительно, ну, правильно отстроенным производством. От входного контроля компонентов до упаковки и отгрузки. Все этапы мы стараемся проследить, увидеть, чтобы предусмотреть все возможные риски при реализации наших проектов. Потому что мы несем конечную ответственность перед заказчиком. Не ожидал такого размаха, не ожидал такой истории, не ожидал столь широкой, как бы, номенклатуры. Вот, так что приятно удивлен.